вы носили моему отцу, носите мне и моим детям носить будете. Вот ты, скажи, ты будешь давать взятку за ее роды? Будешь. А потом ты будешь давать взятку за ясли, за школу, за университет, за все. Ты! Сколько ты сейчас сунула левых ветеринару за своего сраного кота? А ты за мамино бесплатное лечение заплатишь столько, сколько скажут. Еще и на порога кланяться будешь, что мало попросили. Так даже старухи, которым нечем платить за коммуналку, и те норовят дать на лапу. Выходит, эти правила придуманы вы. А я их только соблюдаю. Да люди вы или нет? Нет, вы не люди. Вы подобно крысам, бегущим по тоннелям канализации. Убегаете от самих себя. Вы хотите быть счастливыми? А заслуживаете ли вы этого счастья? Весь ваш мир уменьшился до размеров ящика, в котором диктор новостей говорит, что сегодня было 15 убийств, 60 ограблений, что на фронте 25 раз нарушено перемирие, и мы понесли потери. А вам похер! Ведь это случилось не с вами. Зачем вы хотите, чтобы вас оставили в покое? Я не оставлю. Я хочу, чтобы вы сошли с ума, чтобы рыдать, чтобы стонать. Может, хоть это вас заставит сказать, я человек, и моя жизнь чего-то достоит. И пока вы этого не поймете, вы не люди. Вы быдло, с которыми я могу делать все, что захочу. Я не кошмарный сон. Я реальность, которую вы сами создали. И почему вы вдруг решили, что если имеете право убить моего ребенка, то я не могу убить вашего? Алексей.